Торжественным маршем по Красной площади военно-спортивный клуб «Патриот» из Приволжска представит наш регион на параде, посвященном 89-й годовщине образования воздушно-десантных войск, который пройдет 2 августа в Москве. Это почетное право наш регион заслужил благодаря работе общественной организации «Союз десантников», которая заняла первое место по России. Клуб действительно является лучшим. Значит, около 80 детей в этом клубе. Из них за 10 лет 30 человек стали офицерами воздушно-десантных войск. И они являются тем лучшим, потому что у них руководитель, заслуженный учитель России, старший лейтенант в отставке Махалов Николай Алексеевич. Они участвуют во всех мероприятиях Ивановской области. Действительно, есть кому равняться. В составе отряда 21 человек. Ребята рассказывают, к выступлению на параде готовились практически ежедневно. Ходили маршем, примеряли форму. Вообще мы занимаемся самбо, дзюдо и боевым самбо. Также мы ездим на различные спортивные мероприятия. Зорница, прыжки с парашютами, раскопки. Проводим свои соревнования по самбо. Ездим на различные турниры и выступаем на области, на ЦФО, даже до России у нас ребята тоже добирались. В ходе торжественной церемонии командиру отряда вручили флаги Ивановской области и Союза десантников. Именно их представители клуба гордо пронесут по главной площади страны. Десантники цепью по небу, как ромашки плывут по реке, и живут семьей дружной и большой. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.